Итак, ребят, всем привет! Сегодня у нас будет интересное видео. Просто-напросто битва приборов. За моей спиной находится армия, которые парни откликнулись и сделать тестик на глубину залегания. Ребят, эту битву вы увидите в следующем выпуске. А сейчас я вам продемонстрирую элиту металлодетекторов. Это XP Deus. И посмотрим, насколько он хорош, как его хвалят. Дальше у нас идет Deus. XP Deus. Ага. Стандартная катушка. Стандарт. Сейчас возьму отзывы от присутствующих, от теста. Ничего, прикольный аппарат. Да нормальный прибор. Так. Ты бы свой прибор поменял? На что? На ваниш 540. Ну, на 540, конечно. Ну и в принципе, да. Я бы, наверное, поменял терочку. Ваниш хороший. Ваниш хороший, да? Это просто чудо какое-то. Нет, серьезно, Я серьезно говорю, я прям все, я начинаю копить уже на этот прибор. Дают кредит вообще на этот прибор? Нет, ты серьезно, Сереж? Серьезно, да. Вот такая-то армия будет у нас проводиться насчет каких монет. Монетки будут, ребята, 5 копеек совет, рубль Александра и пятак Екатерины. Так что, ребята, проверяем свои приборы и начинаем. Можно я? У нас идет Deus. Deus. XP. 5 копеек. Видит хорошо. 20. Копал бы такой сигнал? Нет, не копал бы. Так, 5 копеек, 20. Хозяин уже бы не копал. Рубль. Четкий. Хороший. 20. Нет, не копаемый. Опа. Ребята, Deus. Рубль, 20. Ну, спорный, но не копал бы. Не копал бы, да? Вот нет. Так вот, ребята, на 20 сантиметрах рубль уже не копаемый. Итак, четкий, 20. Копаемый? Спорный. Ну, давай засунем на 30. Нет. Вообще не копаемый, да? Вообще не копаемый. Ребят, меня Deus удивил. 20 сантиметров. Екатеринский пятак. Вот это копаемый. Давай 30. Нет, не копаемый. Короче, пятак Дуся на 20 только берет. У меня, как вы видите, 10, 20, 30 и 40. Так что между я не делаю. Так, Deus, в принципе, ну, немножко, ребята, расстроил. Меня немножко расстроил. Ну что, ребята, теперь сейчас ваниш. Серега нам покажет. Я включил настройки все металлы. Сереж, проверь на наличие цветных сигналов. Ну, фонить будет немножко, но давайте 5 копеек. Видит хорошо. 20. Ближе к травке. Ближе. Прижимай. Что показывает ВДЕ, Сереж? 17, 12, 1, 22 пляж. Ну, по крайней мере, если, ребята, такой сигнал на чистых местах, то можно копнуть. Но если замусорено, такой уже копать не будет. В общем, на пятачке он только видит 20 сантиметров. Не больше. Рубль. Давайте посмотрим. Рубль. ВДЕ сколько? 32. Хорошо. 21, 17. Видит, короче, 20. Давайте на 30. 15. Иногда проскакивает, но... Цветнина проскакивает, да? Да. В основном чернину дают. Краем катушки. 19 и... Ребят, ну, если, как Сергей говорит, он видит...
А помотай посильней. Амплитуда. Видит, да, серый? 9-19. Ребят, он видит, но я думаю, такой сигнал на 30 сантиметрах рубль уже не копаемый. Я бы не копал. Екатеринский пятак. Видит четко. 20. Видит четко. 30. Поводи по амплитуду. Проскакивает что-нибудь? Ну, 19 проскакивает, 20. Ну, тоже, ребята, на глубине 30, полтинь, 5 копеек видит с трудом. Видит, ребята, с трудом. Вот, так что я считаю, что рубль он видит хорошо на 20. На 30 он уже его видит, но такой некопаемый. Пятак и тоже самое видит на 30, а и 5 копеек он видит на 20. Вот такой вот результат, ребята, получилось. Я считаю, даже один из самых лучших результатов среди именующихся приборов, потому что примерно такой же диапазон сигналов показал у нас АКО 7272 примерный, вот, на глубину 40 сантиметров ничто никто не видел, ребята. Так что вот эта вот меточка у нас сегодня даже не испытана. На глубину 40 ни один из присутствующих приборов не видел. Старт сделал на Deus, но почему-то немного он это, мягко сказать, обосрался. Итак, ребята, хочу продолжить тест приборов тем, что хозяин Деуса, он как бы сам, по идее, разочаровался, то, что по глубине он показал не супер навороченный результат. И он говорит, то, что на замусоренном месте я бы результата показал бы лучше. И сейчас я возьму металл и возьму монеты. Посмотрим, именно на замусоренном месте, как он себя покажет. Также он будет соревноваться с ванишем. Другие приборы брать с собой не буду. Так что Deus и ваниш на загрязненном месте. Будет железо и монеты. Смотрим, будет интересно. Итак, ребят, хозяин Deus'а возмущен то, что Deus так серьезно, ну, грубо говоря, ребята, обосрался. И сейчас мы хотим сделать тест именно Deus'а и ваниша. Какой тест будет? Железо. Паша говорит, что на загрязненных местах, на замусоренных, я вас всех уделаю. Ну, давайте посмотрим. Это мусор. Это мусор. Паша, убери. Для начала положу на мусор пятак, медь. И сюда я положу серебряный рубль. Здесь мы посмотрим на отлик. А здесь посмотрим, увидит ли он пятак. Давайте посмотрим. А? Видно? Не знаю пока. Ну-ка. Хрен, да? Ты бы не копал. Не копал бы. Так, давай посмотрим здесь, а. Ну, выключи пока. Вот это копал бы. Ну-ка. У меня монету показывает сразу. Что показывает Deus? 83, 84. То есть копаемый сигнал, да? Да, копаемый. Давай посмотрим на частоту отклика. Что видит? Ну, смотри. Если быстро проводка, то не видит. Deus, ребят, не видит. А если железо немножко раскинуть в разные стороны? Давайте посмотрим. Вот так, Паш, вот так вот давай. Во. Нет, железо вот так вот веди, а. Вдоль. Видит. Что-то видит. А если поближе? Вот так вот, если железо. Уже не видит. Все, ребят, не видит. Сейчас я вам включу, как работает. В общем, здесь Deus не видит пятак Кати. Даже не буду. Здесь он тоже не видит. Давайте я сейчас включу прибор ваниш. Настройки, ребята, включу непосредственно монеты. Ну, у меня
монеты, да, видите, да? И смотрите, что видит. Скачет, ребят, скачет. Не знаю, копал бы я этот сигнал, нет. Но скачет. Что на быстроту отклика? Ребята, видите, да? Чистый сигнал. Железо я отключен, и он чисто видит серебро. А можно железо отключить? Не, железо у меня отключено. А я-то включен. А, ладно, давайте включу железо. Вот железо, смотрим. Охрененно видит, ребята. Железо, серебро. Железо, серебро. Охрененно видит, ребята. Что покажет медь? Охрененно видит, ребята. Вообще, ребята, Ваниш, результат офигенный. Паша, что хочешь сказать по поводу данного результата? Ну-ка. Да подожди, сейчас я настрою. Ага, Деус решил, ребята, с настройками поработать. А Ваниш, ребята, Ваниш, просто на одну кнопку нажал, и он все уже за вас сделает. То есть, чернина. Пятак видит сразу. Деус не видел. Замусоренное место. Охрененный результат. Деус, повторюсь, не видел. Не видел рубль именно среди чернины. Что вы скажете по поводу этого? Сейчас Деус немножко поработает с настройками, и мы посмотрим, что. Спорный. Ваниш показал хороший результат. Дальше. Копал бы? Нет. Ребята, Деус говорит, что он бы не копал. Паш, скажи, сколько ты копаешь? Ну, так. Три сезона. Три сезона с Деусом, и он бы не копаемый сигнал. Охренеть. Спорный. Я, ребята, в шоке. Ребята, я в шоке от Деуса. Это лучший прибор, но он показал результаты слабые. Танек, ты просто читер вообще. Читер? Да я, блин, ну, результаты сами видели. Я бы копал бы. Копал бы? А если вот так? Ну-ка. Копал бы снова, да? Нет, 7-4-3-6. 7-4-3-6, ну-ка, сейчас. С этим 84, 89. Так, ладно, давай усложним. Копал нет, бы? 74. Нет, ну на гарит я все. Ну, у него он шорфолк, ребят, у него снайперка, так что он бы копал бы такой сигнал на фундаменте. Так что, ребята, Деус — это один из лучших приборов, и он себя показал, как показала практика. Ни хрена он не лучший. Ваниш результаты показал супер. Так, крузер. Так, Дима, да, вот так. Что показывает? А выше? Так, а давай ниже. Уйди, Кинка, иди ко мне. Нет, не увидел бы, да? Нет. Еще раз, ребята, повторю. Смотрите, беру прибор Ваниш. Копал бы? Это крузер. А? Копал бы? Ну-ка, Кинку, где? Это тест на металл. А? Нет? Не копал бы? Это скорость. Это крузер, повторюсь. Копал бы? Ребята, а смотрите, как Ваниш отреагирует на то же самое. Он железо и цветнина. Он показал, ребята, это копаемый сигнал. Что касается... Деус, отойди, пожалуйста, Паша. Это если погода
чернина и цветнина. Это копаемый сигнал, ребята. Пока ни один прибор не показал, что это можно копать. Так, Деус настроился, давайте посмотрим. Нет, не копаемый. Ребята, Деус отстроил супер настройки, он не видит ее. Паш, что хочешь сказать? Ты говоришь, на замусоренном месте ты бы уделал прибор, верно? Ну, скажи теперь, скажи. Надо чистую правду. Реальному смотреть. Скажи чистую правду. Пошли на поле. Ребята, Деус говорит, пошли на поле, пошли на поле. Нет, ну, не видит. Ребята, Деус не видит. Нет? Нет. Паш? Нет. Охренеть. Не копай. Что хочешь сказать поэтому? Вот смотри, еще раз давайте. Новые настройки. Копаемый? Нет. Деус. Спорный. Паш, насчет Деуса, ты его не унижаешь? А? Не унижаешь? Нет. Ты расстроен? Нет. Нет? Вот. Вот если вот так против чернины, то... А тут совсем другое. А если так? А так нет. Вот так вот. Паш, а теперь возьми вон тот прибор. Нажми только на одну кнопку. На кнопку включения. Просто кнопочка включения. Это владелец берет прибор Деуса. И посмотрим, как он скажет про него. Видите, рядышком Деус находит. Деус взбесился. А этот работает устойчиво. Деус взбесился, смотрите. А этот устойчиво работает, ребята. Паш, согласен. Копал бы? Копал бы. Копал бы. Теперь давай, на который... Копал бы? Спорный. Копал бы, еще раз скажи. В чернину. Но все равно... Ну, спорный, но не копал бы. Нет. Это человек, который впервые взял ванш. Паш, скажи теперь чистое свое мнение. Хороший прибор? Хороший, хороший. Вот, хороший. Ребята, это владелец Деуса, который владелец Деуса, а ваниша говорит, что он хорош, хорош. Хорош, хорош. Ну ладно, так что вот такой вот небольшой эксперимент сделали. Ребята, судить вам. Судить вам, в руках настоящий Деус. Это никакая не подделка.